Какие два государства разделяет Тасманово море? Макунга. Поближе сюда, ковбой. Австралия и Новая Зеландия. Сечете? Кто здесь? Бека, Санжик, Аслан, Тлега, здорово, Айбол, все на куче, ребят. Блин, салам всем. Да, давайте. Макунга! Добрый вечер, уважаемые телерадиослушатели. В эфире эта чудесная передача «Вопросы за бабосы». В гостях этой передачи Адиль. Здравствуйте. Привет. Как вас зовут? Егор. Немножко о себе расскажите, Егор. Ох, я приехал из Молдовы на учебу, поступил в университет Герцена на актера и педагога, кстати. Человек я интересный и весьма необычный. Спасибо. Адиль? Я из Астаны, привет. Расскажи, что тоже пришел поступать в театральную путягу, как и Егор, вы одногруппники, актеры. Все из тебя вытаскивать надо, Адиль, ну ёк-макарёк. Я приехал поступать... И поступил. И поступил. Вот мой одногруппник. Мы на актеров учимся. Я задаю сейчас вам вопросы. Как только вы услышали вопрос, и вы понимаете, что знаете ответ, кричите «Макунга». Макунга. Кто первый крикнул «Макунга», тот и отвечает, и должен ответить быстро. Если в течение 5 секунд «Макунга» человек не отвечает, право хода другому игроку, и у того есть время, чтобы подумать. Если он не надумывает, я буду подсказывать. После подсказки вы орете «Макунга», и опять кто первый. Кто выиграет, получит 4000 рублей. Кто не выиграет, не получит ничего. Но можно изменить правила по вашему желанию. Либо выигравший получает 3 косаря, а проигравший косарь. Наверное, лучше так. Так будет справедливее, как одногруппники. Так будет честнее. Солидарен. Победителю 3000, а проигравшему косарь. Но, чтобы немножко сделать повеселее, ведь все же таки вы актеры. Целый месяц учились по ходу дела, всему научились. У каждого из вас есть предлагаемые обстоятельства. Вы должны исполнить роль. Ты будешь казахским... Короче, ты врубаешься, да, про да, что да, я говорю. Понимаю, да. Мне нравятся казахские юморы, когда там они прикалываются с вот этими вот своими акцентами. Мне очень нравится. Исполни вот такого персонажа. Я знаю, с кого брать. У тебя получится? Да, получится? Конечно. Я постараюсь. Егорик, а ты кем будешь? Я, пожалуй, буду... Очень крутым парнем. Быканом, вот таким вот. Таким быдлобоем. Да, да. Быдлобой, а ты... Да. Ой-бой. 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 Да, ой-бой. Мы отворачиваемся и... Уже обратно, когда мы возвращаемся, мы должны быть в образе. Подождите. Добрый вечер, уважаемые телерадиослушатели. Давайте начинать нашу телерадиопередачу. Итак, у нас в гостях... Егор. Меня зовут Игорь. Я искусствовед в поколении... В разных областях. Первый вопрос. Внимание. Будешь держать мне микрофон. И его снимай. Держи микрофон. Микрофон ему держи. Столица республики Татарстан. Макунга. Казань. И это очень правильный ответ. Аплодисменты. Макунга! 1-0 в пользу Адиля. Что получится, если соединить медь и олово? Я требую макунга. Макунга. Ну, бронза давай. Это правильный ответ. Аплодисменты. Егор, на кону, а 4000 да, рублей. Да, да, да. Соберись, Егорка. Да. Подержи мне микрофон, может, это поможет тебе. Самый распространенный элемент в атмосфере. Макунга. Ухо подсказало мне, что первый был Егор. Кислород. Это неправильный ответ. Макунга. Водород. Это неправильный ответ. Макунга. Итак, подсказка. Макунга. Азот. Азот. И это правильный ответ. Счет 3-0 в пользу Адиля.
Ребята, обязательно поставьте лайк под этим видосом вонючкой. Просто обязательно, если вам это заходит, все вот это вот заходит, переходит. Если вы не поставите, будет бороденка. Сечете? Продолжаем. Кто ответит прямо сейчас на этот вопрос, тот сразу же получит 1000 рублей. Что такое Джаба? Макунга. Давай. Компания какая-то. Значит так, ребята, я подсказываю. Это то, чем пользуются Netflix, Amazon, Telegram и другие банки, Макунга. Разные банки, разные всем этим пользуются. Без этого жить не может ни один там, ни другой, ни сякой. Ну, Макунга, язык программирования. Молодец ты, мой хороший, умничка. Держи. Все топовые, между прочим, компании берут на работу специалистов, которые должны уметь джава-кодить, они должны джава-кодить, они обязаны. Ни в Сбер, ни в Альфу, ни в МТС, ни в Яндексе этим айтишникам делать ничего без джавы. Но спасибо, есть прекрасный бонус, ребятишки, что есть такая компания, которая называется Ката Академия. Благодаря тому, что в Ката студент оплачивает обучение только после получения работы по специальности, главная цель Ката – это реальное трудоустройство выпускников в IT-компании Москвы или Санкт-Петербурга. Академия гарантирует зарплату выпускников курса по Java-разработке от 100 тысяч рублей с первого месяца. И если студент не тянет программу, его отчислят, но платить за курс ему не придется. А если выпускник не найдет работу по специальности и с зарплатой хотя бы в 100 тысяч рублей, тоже ничего платить не потребуется. Это прописано в договоре с Академией. А в описании у меня есть ссылка на курс Java-разработчик от Ката Академи. Аплодисменты! Сумасшедшая интеграция была сейчас. Я ничего не пустил. Вопрос. Столица Бразилии. Макунга. Бразилия. Это правильный ответ. Счет 5-1. 5-1. 5-1. Что обозначается? Извините. Как обозначается серебро в таблице Менделеева? Макунга. Пускай он будет первый. Давай. Серебро — это аргентум, АГ. Аллилуйя! Счет 5-2. Красава. Спасибо. Молодцы. Кто нарисовал Мону Лизу? Макунга. Пусть это Да Винчи, Леонардо. Правильный ответ! Не стесняемся хлопать в ладоши. 6-2. Соберись. Сейчас Егорик, соберем. Соберись, вонючка, давай. Сейчас. Твои подмышки пахнут куриными котлетами. Я готовился к образу. В какое море впадает река Висла? Макунга. Черные. Этот Азамат знает не все. Подсказка. Соберись. Ну, Висла. Ну, где эти Вислы-то? Вы по звуку на название-то подсечите тему-то, засектыньте. Висла. Ну, что это за... Откуда Висла там может быть? Висла, Кисла, Мисла, вот это вот. Лабуда. Какое море там плавает-то? Принцесса Анастасия-то, пароход-то вот этот вот. Макунга. Балтийская. Он гений! Правильный ответ! Правильный ответ! Не ругайся матом, нас смотрят маленькие младенцы, дети, трехлетние. Сволота. 7-2. Как звали президента, который отменил рабство в США? Макунга! Кто был первый? Он. Хорошо. Авраам Линкольн. Хотя ты похож на Авраама. Спасибо. Пожалуйста! 7-3. Правильно? 7-3 или 6-3? Я могу запутаться, будьте внимательными. 6-3. Спасибо группе поддержки. Сними их, дружище.
Девчонки, обожаю вас. Что в поэме Руслан и Людмила начала делать голова богатыря, чтобы остановить Руслана? А можно подсказку? Юрий, вдуть. Итак, это была подсказка. Дуть в трубу? Макунга, а? Ну, Макунга, давай. Макунга, дуть. Наконец-то! Дуть, все правильно. Счет 6-4. Могу. Чему равен модуль числа минус 100? А Макунга? 100. Гениально! Переальник, пацаны. Со счетом сориентируйся. Все в порядке. 6-5. Подписчики, зрители, рассудите ли нас, со счетом все нормально или ненормально? Джон Войт. Батя какой сексапильной актрисы? Слабаки. У этой актрисы есть тити. И маленький. Это был пранк. Но губище-то у нее во рту ищи. После нее все стали себе накатывать вот это вот. Макунга? Меган Фокс? Сама ты Меган Фокс. Макунга? Ну, Джоли Анджелина какая-нибудь. Ну, конечно же, елки-макарелки. Хорош. Браво. 7-5. Автор картины «Витязь на распутье». На Распутине? Витязь на Распутье. Ну или Витязь на Распутине. Она у нас висит на стачек. Когда кто-то бормочет, ему микрофончик, Егорик. Это не Макунга. Вспоминай. Итак, Что вспоминать? Что ты поддаешься ему? У нас серьезная передача. Если поддаешься, у нас коллективный разум, он красава. Я не могу вспомнить. Вот этот тип стоит, это явно он у нас сразу напротив туалета. А нарисовал-то кто? Кто? Ну давай, отвечаю. Макунга. Ну пусть будет... Ну Рублев, не знаю, давай. Какой позор. Ты вышел из образа. Нам нужна подсказка подруге. Иди сюда. Просто подскажи им, а они пускай кричат Макунга. Как зовут тебя, бейба? Кто здесь? Варвара. Я буду называть тебя Барбара. По-английски это будет Барбара, сечешь? I know. Это я придумал. Дружочек, встань куда положено. Его хорошо видно? Подсказка. Подсказка. Классное имя Вася. Опа! Васнецов Макунга. Аллилуйя! Спасибо тебе, Барбара, I love you. Счет? Какой счет? 8-5. Совершенно верно. И за правильный ответ ты получаешь балл 6-8. Поближе сюда колбасочку. Какие два государства разделяет Тасманово море? Макунга. Поближе сюда, ковбой. Австралия и Новая Зеландия. Сечете? Кто здесь? Это правильно. Хорош. Счет 9-6. Ты должен ответить на три вопроса, чтобы догнать его. Какая страна передала после Второй мировой войны Курильские острова и юг Сахалина? Макунга. Япония передала России Курилы. 10-6, ты безнадежен, Егорик. Печально. В каком фильме снимался Дональд Трамп? Макунга. Один дома, затерянный в Нью-Йорке или потерянный, хрен его знает. Вторая часть. Хорош. В этой передаче с отрывом 10, 8, 7 или 6, неважно вообще по барабану, выигрывает Адиль! Аплодисменты! Подарки. Ты не обломался, ты ответил на вопрос спонсора. Тебе еще косарь, у тебя уже два. Аллилуйя. Два косаря Егорику, брависсимо! И, как обещал, три косарика нашему Адилю
нашему звезде, мезде, как говорится, поезде. Держи, это твой подарочек. Держи, держи. Держи, держи. Тинги, да? Тинги у нас ничего нет. Тинги, аплодисменты парнишкам. Ой, но... бой. Ну что, пацаны, мы выходим из образов. Все было плохо, сами понимаете. Но ладно, ребята учатся на первом курсе. Месяц только отучились. Поэтому все так произошло. Привет кому-нибудь. Не, ну мы старались, честно. Привет я передам попозже. Честно, ребят, мы старались. Это наш первый опыт с Аделем. Адель, пару слов. Да, неплохо. Педагоги, конечно, ужаснутся, но... Но нормально, нормально, интересно. Закиньте привет кому-нибудь в топку. А, давай, привет, потом я. Ребятки, значит, хочу передать привет своим камрадским корешам. Мало кто поймет, но кто понял, тот понял, братва. Кто понял, тот понял. Передаю вам привет, и я поддавался. Бека, Санджик, Аслан, Тлега, здорово, Айбол, все на куче, ребят. Блин, салам всем. Да, давайте. Обязательно поставьте лайки вонючки. Сами должны понимать, если вы их не поставите, это будет галяк. Ставьте лайки. Пишите комментарии только хорошие. Грязь писать нам не надо. Всем мир в этом мире, правильно? Правильно. Ну и что бы еще хорошего сказать, за что нас не посадят? Ребят, любовь спасет мир. Аллилуйя. Я уйду и не вернусь. Я уйду, а ты не жди. Я уйду и не дождусь, когда кончатся дожди. Ничего не говори, это жжет огонь внутри. Ты в глаза мне не смотри, ничего не говори. Опустоши свой мозг, не думай ни о чем. Этот мир сейчас прошлое, не при чем. Я хочу поздравить с прошедшим днем рождения Софию. 30 сентября ей исполнилось 9 годосиков. С днем рождения, София. Ну чего тебе желать-то? У тебя все еще впереди. Аллилуйя. Пуэрто Мартос, Родригес, Терри. Терриситас. Всем до свидания. Да, кстати, у меня есть телеграм в описании. Не забывайте сюда все подписываться, чтобы быть в материале вообще. Когда, где я снимаю, с кем я снимаю, зачем я снимаю. Концепции меняются постоянно. Сегодня одно, завтра другое. Послезавтра 3-е, 10-е, 45-е. До свидания.